сегодня смотрим автомобиль Ford Fusion. Вот, вот общий вид автомобиля. Автомобиль позиционировался как не битый, не крашеный. Владелец нам сказал, что менял только одно крыло по кузову. В остальном ничего не красил, ничего не делал. Пробег 80 тысяч километров. В визуальном осмотре быстро пробежались, посмотрели. То есть красилась вся машина вообще. Живая и родная, только здесь крыша и крышка багажника. Так, по кузову у нас красился капот, вторично окрашивался крыло, левое крыло, правое, также дверь, правая дверь, заднее правое, крыло правое, багажник в родной краске. Здесь у нас идет элементы шпаклевки, менялась дверь. Так, тут видно, что сейчас... Не мешаю? Не-не. Видно будет, нет? Сейчас. Да, снимались просто главное, и все. А здесь... Да, передний тоже заснимали. Так. О, блин, холодно-то как, а? Так, тут капот крутили, видно. Также тут болты тоже крутили, например. С этой стороны. С этой стороны также крутили и подмазывали. Так, и по правой стороне. По правой стороне у нас задняя дверь не крутилась. Так, а передняя крутилась. Снимали. Так, а откроешь багажник? Да. Так, по багажнику. Ну да, багажник не снимали, ничего. И в родной краске. Единственный живой элемент на машине, короче. Также. О, холодно, что-то у нас 13 на улице. Двигатель завелся не с первого раза. То есть не пойму, что надо регулировать фары по высоте. Подвижку. Нужно смотреть уже так. Досмотрели. Все, вода растаяла. Видно автомобиль. Немножко подколхузили все на болтах. Ну да, серьезно, в принципе, переднюю часть ничего не было. Нормально. Также по салону все прокурено. Пробег не родной у автомобиля. Салон прокуренный весь. Сиденья прожженные. Фу, блин, чем-то натерли мобилем. Видишь, жир какой-то, короче. Натерто все. Так. На капоте тоже какие-то потеки. Чем-то натерто все, не ржавело. Ты что, не заработало? Получше, да, уже? Сейчас хорошо дышит. Значит, застоялось, может? Я не знаю. Я тут примерзло, может, я да. Я тут вчера приехал, вот помыл когда-то, съездил, все сделал, сфотографировал. У меня не было таких проблем. Может, подзамерзло? Я не трогал, я не щупал, я понятия не имею. Я включил, завел, она у меня отошла, я поехал. Ну, главное, что заработало. Вот сейчас дует вообще нормально, потом не знаю. Да, салон, короче, весь затертый, прокуренный. Короче, ужас. Цена у машины 400, сколько, 450, что ли? А, 455 тысяч. Резина нормальная. Да, я даже не знаю, что тут. Как можно вообще клиенту рекомендовать к покупке данный автомобиль, когда тут все красилось, все делалось. Состояние вообще ни о чем. Да. А проехали мы за ним. Сколько мы ехали? 3 часа пути. По дороге.
ради достойного автомобильчика. Ну, здесь по движку ничего не течет. Сейчас закроем. Короче, как-то так. Все.